Всем привет! Вы на канале 10 интересных фактов, и с вами я, его ведущий, Алексей Козьяков. И сегодня я вам расскажу о 10 самых смешных, самых нелепых ситуациях, которые происходили с людьми в прямом эфире. Я хочу объявить о том, что я провожу конкурс на Сигну. Те, кто хочет принять участие, напишите в комментариях под этим видео самую смешную, самую нелепую ситуацию из вашей жизни. Я выберу 3 лучших комментария и этим 3 людям сделаю Сигны, а также лайкну аватарку. Розыгрыш этих Сигн будет происходить в моем Перископе. Ссылку на мой Перископ я оставлю в описании. Если у вас нет такого приложения, то ссылка на прямую трансляцию будет на моей странице ВКонтакте. Вы сможете просто по ней перейти и посмотреть с компьютера. Перейдем к просмотру видео. Азербайджанская певица слишком активно плясала. Азербайджанская певица попала в неловкую ситуацию на одном из шоу. Во время танца платье спало с груди. Румынская ведущая прогноза погоды. Телеведущая прогноза погоды приковала внимание телезрителей к экрану, показав, как нужно делать зарядку в выходные. Актриса Ева Лонгория. На шоу Дэвида Леттермана у голливудской актрисы расстегнулась верхняя пуговица пиджака. Обычно разговорчивый ведущий буквально проглотил язык от неожиданности, но Ева достойно вышла из ситуации и даже посмеялась над собой. Гости испанского шоу. Пышные формы, приглашенные на съемку утренней зарядки, девушки сыграли нехорошую шутку, а зрители и тренер это оценили. Американская журналистка, репортер Сара Эйзен попала в неловкую ситуацию, когда оператор решил заполнить паузу и неожиданно перевел камеру на девушку, в то время как она поправляла аппаратуру, закрепленную под юбкой. Мексиканская телеведущая. Телеведущая одного из шоу стала жертвой розыгрыша своего коллеги. К девушке в мини-юбке подкрался второй ведущий и защекотал ее. От неожиданности ведущая подскочила и показала нижнее белье. Мексиканский ведущий взорвал рейтинг программы, как бы случайно задев декольте гостья. Мало того, повтор неловкого момента тут же транслировали на большой экран студии, чем окончательно смутили девушку. Ведущая прогноза погоды на одном из венгерских каналов выбрала платье с разрезом, который приоткрыл ее белье всем телезрителям. Гостья французского телешоу. Гостья одного из шоу так активно хотела рассказать о диске, что буквально выпрыгнула из штанов. Боец UFC Уилл Кампузана попал в неловкую ситуацию, эрекция застала его в самый неподходящий момент. После взвешивания, будучи в одних трусах, он подошел к сопернику, чтобы пожать руки и перекинуться парой слов, и не заметил, что у него выпирает из трусов. Папарацци тут же выложили фотографии в сеть, но, как говорит боец, это с ним не впервой, и инцидент лишь прибавил ему популярности. Ссылки на оригиналы всех видео будут в описании, не забудьте принять участие в конкурсе. С вами был Алексей Козьяков, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!